дядюшки. Вот так. Видите ли, последнее 3-0. Использую гравипушку, Гордон! Хорошо. Барни должен быть на той стороне этого канала. Ну, вообще-то здесь был мост. Попробую разведать другой путь. Жди меня здесь. Похоже, мы можем пробраться внизу, вон там. Пойдем здесь. А, нет! Гордон, беги! Уходи отсюда! Thank you.
Thank you.
исчерпан. Обнаружено ОВИ. Система жизнеобеспечения. Морфий введен.
Доктор Фримен,
Барни сказал, вы в пути. Нас рассеяли снайперы. Он в ангаре прижат к земле огнем. Идите, он рассчитывает на вас. Идите, Брио! Подождите меня! Обнаружена кровопотеря. Осторожно. Обнаружена кровопотеря. Обнаружена кровопотеря. Требуется медпомощь. Thank you.
Обнаружена кровопотеря. Помогите! Мы думали, тут будет безопасней. Мы и не подозревали, сколько их тут. Остальные ушли вверх по лестнице испытать удачу со снайперами. Думаю, они еще там.
Сюда! Гордон, я не могу двигаться. Чертовы снайперы не дают мне поднять голову. Брось парочку гранат, подобьем их. Пациент при смерти. Гордон, сними этих снайперов! Хорошо, спасибо, Гордон. А теперь валим отсюда. Ты опять в героях, Гордон. Не тормози! Сюда, Гордон.
Сюда! Сюда! За мной. Давай к воротам. Членство в отряде ГУО все еще дает мне кое-какие права. Ты слышал мяуканье? Она меня преследует. Гордон! То ли музея. Возьми аптечку. Так или иначе, теперь это Nexus надзора Сити-17. На крыше находится огромное устройство подавления. Радиус его действия охватывает все окрестности. Устройство подавления будет подавлять всех проходящих, пока его не отключишь. Идем! Извините. Можно не прятаться. Нас заметили. Да, я говорю с вами. Простите. Мне хреново, Гордон. Возьми аптечку. Возьми аптечку, который мог бы направить сомневающийся истине. Предпочел для себя не заблуждайтесь, доктор Фрик. Иначе мы не будем. А путь к неизвестности. Человечество получило поведение. Я не могу говорить.
гарантировать, что покровители пощадят вас. Возьми аптечку! Отплата за службу представителю всего человечества. Помогите мне вернуть их доверие, доктор. Сдавайтесь пока. На, вот, подлечись! Не обманывайте доверие вам человечества. Одумайтесь, доктор. Извини. Служите человечеству. Те ворота. Их надо открыть и вернуться сюда. Если получится их открыть. Сперва надо попасть в здание Нексуса. Система жизни. Я бы хотел уделить внимание лично вам, доктор Фримен. Да, я говорю с вами. Человек науки, который мог бы направить сомневающихся и боящихся к истине, предпочел для себя путь невежества и разрушения. Не заблуждайтесь, доктор Фримен. Вы начали не научную революцию, а путь к неизбежной гибели. Вы ввергли человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас, я не могу гарантировать, что покровители пощадят вас. Теперь, боюсь, они начали смотреть с подозрением даже на меня. Вот плата за службу представителю всего человечества. Помогите мне вернуть их доверие, доктор Фримен. Сдавайтесь, пока не поздно. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Одумайтесь, доктор Фримен. Служите человечеству. Вон те ворота. Их надо открыть и вернуться сюда. Если получится их открыть. Сперва надо попасть в здание Нексуса. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Я бы хотел уделить внимание лично вам, доктор Фримен. Да, я говорю с вами. Человек, который мог бы направить сомневающихся и боящихся требуется медпомощь. Ты даже не поцарапаешь эту дрянь, Гордон. Нужно отключить ее изнутри. Человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас, я не могу гарантировать, что покровители пощадят вас. Теперь, боюсь, они начали смотреть с подозрением даже на меня. Вот плата за службу представителю всего человечества. Помогите мне вернуть их доверие, доктор Фримен. Сдавайтесь, пока не поздно. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Одумайтесь, доктор Фримен. Служите человечеству.
разрушения. Не заблуждайтесь, доктор Фримен. Вы начали не научную революцию, а путь к неизбежной гибели. Вы вергли человечество в пучину падения. Даже если вы сдадитесь сейчас... Эй, с дороги! Теперь, боюсь, они начали смотреть с подозрением даже на меня. Вот плата за службу представителю всего человечества. Сдавайтесь, пока не поздно. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Осторожно! Задумайтесь, доктор Фримен. Служите человечеству. Фримен, сдавайтесь, пока не поздно. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Задумайтесь, доктор Фримен. Положение критическое. Служите человечеству. Фримен, сдавайтесь, пока не поздно. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Задумайтесь, доктор Фримен. Служите человечеству. Сдавайтесь, пока не поздно. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Думайтесь, доктор Фримен. Служите человечеству. Гордон, на помощь! Выпусти их, Гордон. Они могут нам помочь. Эй, это же Фримен. Давайте-ка за ним. Потрясающе. Простите, док. Возьми аптечку. Я бы хотел уделить внимание лично вам, доктор. Да, я говорю с вами. Ага. Человек. Альянс! Он мог бы направить... за службу представителю всего человечества. Помогите мне вернуть их доверие. Пока не поздно. Не обманывайте доверие, которое оказало вам человечество. Одумайтесь, доктор Фримен. Служите человечеству.
Отпустите. О, пулеметы. Ты в костюме, ты с ними разбирайся. А я в панели безопасности. Отлично, я открою. Простите. Они появятся с крыши. Чтобы пробраться через защитные поля, нужно вырубать генераторы по одному. Извините.